Добрый вечер, уважаемые инвесторы и гости данного мероприятия. Меня зовут Руслан, и я являюсь основателем данного проекта. Летом 2017 года мы запустили проект «Формула еды». «Формула еды» — это доставка продуктов с пошаговыми рецептами на дом. У многих возникают проблемы готовки на кухне. Отнимают время, продукты используются не целиком, портятся, выкидываются, а также еда однообразная. Решить проблему можно заранее подготовленными и расфасованными продуктами, соблюдая температурный режим и сроки хранения. Доставка набора на дом убирает временные затраты на поиск рецептов, на поход в магазин, а также на выбор качественных продуктов. В настоящий момент мы уже вышли на точку безубыточности без вложений на рекламу. Наши продажи на данный момент составляют скромные 320 тысяч рублей в месяц. Создан сайт с интегрированной системой, с интегрированной CRM-системой, а также поступают заявки из таких социальных сетей, как Instagram. В настоящий момент мы нуждаемся в привлечении инвестиций в минимум 4 миллиона рублей. Средства необходимы для увеличения производственных мощностей, увеличения товарного ассортимента, поиск и привлечение персонала, а главное для формирования стабильного бюджета на маркетинг и построение отдела продаж. Этот слайд не интересен, но на нем говорится то, что после привлечения инвестиций мы вернем их через 16 месяцев, а через 3 года наша прибыль составит минимум 26 миллионов рублей. Данные показатели самые минимальные, и мы гарантируем, что достигнем данных целей. Нашей целевой аудиторией являются молодые семьи, пары, живущие вместе, родители с ограниченным временем. А по сути, наша целевая аудитория – это все экономически активное население. Достижимый рынок Москвы оценивается в 2 миллиарда рублей. В настоящий момент всеми игроками рынка занято менее 10%. Наши конкуренты – «Шеф-маркет», «Элементари», «Ужин дома», «Корзина на дом», «Дома вкуснее», «Партия еды». «Партия еды» в 2017 году привлекла инвестиции более чем 100 миллионов рублей, и одним из главных инвесторов выступил Тептинский Эдуард Саульевич, который является президентом холдинга RBI. После привлечения инвестиций данная компания выросла минимум в 20 раз. Также есть такой конкурент, как «Ужин дома». С выручкой 15 миллионов рублей в месяц, выполняют от 4 до 5 тысяч заказов. Штат у них 100 человек, половина из них курьеры, которые работают всего лишь один день на доставку продуктов. В отличие от всех конкурентов, у нас гибкая ценовая политика и индивидуальный подход к клиентам, соблюдение всех условий хранения и температурного режима. Также наш продукт персонализирован. Каждому клиенту мы предоставляем разные подарки в виде вкусных десертов, сладких чаев, которые каждую неделю меняются. Собственно говоря, монетизация – это то, на чем мы будем зарабатывать. Мы будем зарабатывать за счет еженедельной доставки наборов с предоплатой и оплатой на месте. В настоящий момент, как я уже упомянул выше, наша выручка составляет всего скромных 320 тысяч рублей. Это всего 30 наборов в неделю со средним чеком 2700 рублей. В настоящий момент в проекте задействованы всего 2 человека, начиная от разработки рецептов, заканчивая доставкой продуктов конечному потребителю. Пока я выступаю перед вами, наш бренд-шеф Павел Сулейкин на экране фасует и упаковывает продукты для своевременной доставки наборов нашим клиентам. Еще раз хочу повторить, нам нужны минимум 4 миллиона рублей, и мы уже вышли на точку без убыточности, без рекламы, без маркетинга. При возникновении вопросов, пожалуйста, пишите, звоните, ответим оперативно. А также, кто уже пробовал наших конкурентов, попробуйте нас, я уверен, мы лучше. Спасибо за внимание. Спасибо большое.